user joined your channel. Короче, я с этими соперниками поговорил, они говорят, типа, пофиг, типа, пусть он типа с нашей ТС сменит. Ну, с нашей. Типа, ничего. Стрим работает уже сейчас. Я понял. Ну так что что, ждать бана, мы уже готовы, уже карты все есть. Какие карты сразу давай, скажи? Радиостанция, склад, Мехико. Радио. Все, сейчас срываюсь, всем прям 2 минуты. Последние ну, давай, настройки давай. Все, ладно, я пошел. Давай, удачи. Спасибо и тебе, удачного стрима. User left your channel. Ну что, всем привет. Я
сейчас посмотрим с вами полуфинал Crossfire. Мастерс. Не Crossfire Masters League, а лиги, организованной турниром КФПС. Это у нас полуфинал. Что хочу сказать по турниру? Просто вкратце, может быть, не в курсе. КФПС проводит свои турниры. Соответственно, отобрали 10 сильнейших команд, разбили их на две группы. Из каждой группы вышли по две команды. И вот сейчас посмотрим один из полуфиналов. Первый полуфинал уже, насколько я знаю, должен был закончиться. Сейчас играет команда Own Mind и команда Malavita. Команда уже готова. Уже даже черкарт прошел. Единственное, что у меня закрылась игра. Сейчас быстро заходим в игру и начинаем. Карт у нас будет Радиус, Клад и Мехико. Malavita сегодня не успела отыграть один турнир, в котором, кстати, победила. Уже принимает участие во втором турнире. Ну, раньше была болезнь у Crossfire, не было турниров, а сейчас вот полюсские турниры набирают обороты. То одни, то вторые решают проводить. Ну, поднимаем потихонечку уровень Crossfire. И призовые на КФСе повышаются. В общем, все пока идет, скажем, в хорошем направлении. Так. Первая карта у нас будет радиостанция. И поехали. Давайте по составам. Вероломный, Калыч, Танк, Стинг и Инмейли. Это у нас команда Own Mind. Ну, Malavita, я думаю, уже все знают. А кто не знает, для тех это Абригуша, Зажиг, Быстрая Рука, Seven Play и Крейтос. Ну что у нас по картам? Радио, еще раз скажу, радио склад, если дойдет до Мехико. Не знаю, кто какую карту черкал. Команда Malavita вышла у нас с первого места из своей группы. Own Mind заняли второе место в группе B, если не ошибаюсь. Сейчас ребята поборются за выход в финал. Стинг пишет, он даже успевает вообще на стрим зайти. Удачки вам, удачки нам. Что у нас команда Malavita начинает принимать атаку, и Зажик уже успевает убивать Калыча. Минута перестреливает, один смотрит нас под джим с Б, Зажик играет в миду, и троем зажимает. Пошли по длине, ребята, ну никто нас длину вообще не встречает. Отжарят длину и разворачиваются обратно. Не встретили никакой агрессии, ребята. И, наверное, будут играть сейчас по балкону. Тут у нас флешка на балкон, и когда флешка, Зажик его сразу жмел, но Стинг тоже дает свой минус. И ситуация у нас 3-3 в раунде. Световая. Есть инфа, что один на балконе. Слэдплей сейчас видит, что выпал его из окна один человек. Еще второго, возможно, даже услышал. Стягивает на себя Слэдплей. Сейчас всех игроков сбивает, живет. Да, он живет и уходит. А Зажик тем временем убивает Стинга на миду. Световая. Сейчас игрок у нас... Кто у нас первый получается? Абрек уже у нас прошел всю точку Б, наверняка там все прочекал. И говорит, что Б пустая, ребят, заходите, прожимает респун. Вероломный убивает севенплея на пропете. Что, бомба не будет ставиться? Бомба ставится. Вероломный еще и Зажика ловит. Прочекает или нет Абрек? Абрек спину жмет, не попадает и ставит голову. Вероломный что у нас в это время делает? Выжимает, да, убивает. Минус 3 в этом раунде. Решающие 3 минуса дает этот чувак и забирает раунды своей команды. Наша бомба обезврежена. А какие-то проблемы у нас с командой Malavita. Делаем их. Победил Global Risk. Ну снова начинаются у нас какие-то полеты.
Архивация Windows началась у нас с одного из игроков. На улице пасмурно, идет дождь. Из-за компа выходить не хочется, вот наконец-таки сел постримить. Так, ну что, 1-0 у нас в пользу команды Old Mind. Честно говоря, с этой командой встречаюсь чуть ли не первый раз, но есть знакомые ники. Не знаю, Коалыч это тот самый коалиция Коал, который давно мы с ним были в одном клане, даже не помню в каком, Russian B, по-моему, даже это было. Показываем, сколько времени прошло? Один человек у нас не загрузился из команды. Ну, понимаете, все, инмейли загрузился. И снова толпа у нас пошла, видно, атаки сейчас на длину. Зажик ищет минус на миду. Световая. Откроется под него Калыч. Нет, Калыч, я так понимаю, смотрит через вход на балкон. Танк с М-кой стоит за тройкой. Первую инфу получает. Выстрелил несколько патронов, сразу же перезаряжается. Ну что, пойду дальше длину. Пока не открываются, сейчас они дальше пройдут, уже на них толпа выйдет. Так, флешка прилетела. И маловид разворачивается, не собираются проходить дальше. Видно прекрасно, что бомба у нас остается на дне. Под кови тоже, видимо, человек будет работать. Так, и у нас поджим балкона. Калыч из зажига забирает. Перестрелка тут с эвентплея попадает в ногу, видимо. Он прожал. Инк у нас прожал балкон и не знает, зачекают ли его здесь. Она и никто нигде не топает, собираются под Б команда маловита. Да вряд ли кто-то пойдет, давайте смотреть за пятом, это у нас инмей. Пятый будет отыгрывать свою точку, начинается выход на точку Б, прилетают флешки, Крейта сидел, ждал выхода с окна, он как раз вышел, Калыч, да, ушли в ворота, смотрели. Но заходят на точку Б, не знаю, вряд ли полезут игроки команды Ультмай. А бомба ставится. Ну и Мейли захват забирает, который открылся. Тут мне Крейта смотрел окно из-под окна, смотрел эту позицию. А сейчас неожиданно Мейли выпрыгивает в окно, эту точку мы не ждали. 2-2 ситуация, Стинг забирает куры. И последний Сэвэн Плей. Ну, хорошо, Сэвэн Плей разобрался, сидел в воротах, не зачекали, как он туда прошел. И забирая сначала кура, а потом дефьюз еще бомбу, бы не хлопил. Молодец, 7-play, счет 1-1 у нас. Снова сейчас 2 снайперов будет у нас, наверное. Вот пойдем зажика. Такой позиции в этом раунде у нас играет. Конечно, дымы на миду, но верхний респон, в принципе, видит и будет ждать, когда Калыч выйдет на него. Один под Б, два на миду получается, играет и два проходит по длине. Сейчас, когда первый перестрелки не начнется, наверняка, но Крейтос пытался зайти на Б, тут его ждали вдвоем, еще и третий в окно пришел. Но сейчас поймет команда, наверное, он понимает, что под Б больше нет никого и должны будут перетягиваться на точку А. Ну и маловито не торопится на самом деле, она разворачивается, как раз таки идет под точку Б. Обрегуша наверняка будет закрывать у нас мид. Все, на карте пока тишина. Никто нигде старается не топать. Никаких звуков лишних не издавать. Нет, это первая карта. Я тут сейчас вот посмотрел в чат. Первая карта. Ну, вероломная, скажу. По той позиции забирает двоих, еще сейчас есть шанс третьего забрать. Ну, пошла перетяжка. Ну, как обрек сейчас не забрал спину? Должен был он делать эти два минуса, и, в принципе, ситуация была бы 2 в 1, а тут в итоге все заканчивается тем, что раунд сливается, и 2-1 команда Old Mind впереди. Световая, осколочная. Под точку Б сейчас. Обрегуша уже в этом раунде нас идет под точку Б, и не один сейчас он тут. Так. Ну зачем? Сэмплей забирает у нас на балконе одного, но сразу же Синк его разменивает, и рука также на балконе дает минус, но сразу же приходит хелпа,
И тут просто серия разменов. Три размена, получается, все на... Скажем, троих потеряла команда OwnMind, двоих потеряла команда Malavita, и все минуса были на балконе. Вероломный вышел на парыч, забрал Абрега. Ну что, и сейчас и зажигу он еще попал в голову. Что он ставит, этот парень? Это Крейтоса убивает, у зажига мало хп, возможно, даже предполагает, но что он мог попасть ему в голову. Давайте посмотрим за зажиком. Тут пытается его найти на миду. В принципе, зажигу без разницы, сколько хп. Попадет, убьет. Не попадет, убьет его. Единственное, что если было бы 100 хп, может быть, чуть подольше пожил. Но шансов на второй выстрел, думаю, у него не было бы. Ну что, угадывается точкой зажиг, похоже. Идет на Б, в это время у нас... Не А, получается, стоит вероломный. Зажиг его, конечно, не видел и... Все-таки пойдет прочекает окно, в окне никого нет и... Топал, не знаю, слышно было или нет. Нет, вряд ли слышал, никак не... Никаких движений не было от вероломного. Просто тишина. Ну и тут голова прилетает, зажиг промахивается, и, конечно, с его хп прятаться речком было бессмысленно. Одна из пуль находит его голову, и раунд завершается, и уже 3-1, команда OwnMind у нас впереди. Не знаю, не хочу анализировать никак игру, в принципе, команду, ну, что можно сказать просто вот так. Быстрые выводы. OwnMind занимает вдвоем балкон, один играет у нас на точке Б только. Я думаю, все-таки команде Malavita надо... Это вектор атаки следить больше под, именно под эту точку. Осколочная, световая, дымовая. Балкон где-то у нас, скажем, на дымовая. Средних таймингах прожимается периодически. То есть ребята спускаются, там ребята спускаются, что куда-то из балкон заходит или на сразу перетяжку, либо они прожимают этот парапет. Но мид всегда на мид есть. У нас серия перестрелок световая. На точке А, тут двоих теряет команда Malavita. Даже в начале раунда он еще одного убили, там приходит убивает Романова. Ну, Зарк по балкону просто отлично проходит, минус 2 и 3 из дикла еще забирает. Минус 4, а Зажик в этом раунде, и, в принципе, грубо говоря, он этот раунд делает сам для своей команды. Да, вероломный шалит, все правильно, вот так что какая карта первая, первая карта, первая половина, счет у нас 3-2. Ну, поджали, вот сейчас... Были готовы к поджиму длины, каждый раунд этого ждет команда Malavita, но не справились с этим поджимом. Троих потеряли, двоих, по-моему, только убили, но в целом ситуация играбельная. 2 в 2, бомба на руках. В защите надо угадывать, какую точку контролировать, и они у нас стоят по разным точкам. И сейчас, в принципе, заходи вдвоем, забирайте одного, и потом снова 2 в 1 играйте. Ну, кто это у нас... Инмейли уходит с точки А, сейчас он понимает, что граната в окно прилетела. Это что это А будет? Точка. Первого спалили, должны сейчас читать, где второй. У Инмейли очень мало хп остается. А вероломный у нас откуда пойдет? Должны понимать. Где он так? И снова, снова вероломный ставит голову. В этот раз заговор досталось. Не попадает в голову сейчас вероломный, но что он ставит? Просто постоянно шлема у команды Malavita слетают от его калаша, но... Делаем их! Последнего не дострелял. 20 хп оставалось у быстрой руки, но... Раунд, флешка прилетает, вероломный... Пугается, кричит, что это возможно Б, даже какое-то движение, с меда к нему один пришел на толпу, но нет. Еще хорошая хаешка прилетает, флешка. Решает отдать они точку Б. Хотя сейчас он в окно зачекал, наверное, перетяжку от команды Malavita. Осколочная! Раз когда он посмотрел в окно, ребята прыгали через это окошко. Осколочная! Ну, точку Б, в принципе, отпустили.
Так, обрепка. Тяжелая, у них не считается, вероломный сразу же отвечает минусом, еще и стинг прорывается, думает магу, двоих забирает, зажиг его размена, и три человека уже у нас на точке в этот дают, и поняли так, что двое у нас просто в наглую в дымы забежали, ну, маловито сначала оказалось все плохо для нее, но потом собрались и все-таки перестреляли оппонентов. Это неожиданный был взрыв, наверное, первой секунды. Осколочная, световая. Для Крейта с этой компанией. Снова ждут поджимы, поджима нет, и разворачиваются и уходят в сторону Б. Дымовая! 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 Сейчас полетит, наверное, флешка, и эта флешка, возможно, даже кто-то спустится из команды. А, пойдем, если эта флешка не ходит, но Абрек сбивает первого, и второму падает еще в голову. Дальше будет проходить или нет по балкону? Да, проходит дальше по балкону. Так, вероломный у нас... Точка А сейчас взлетит на воздух. На балкон. На балкон пойдет, а вот второй... Быстро так убирает нас игрок, который как раз в окно заходил, в спину уже успели его обойти, вероломный будет время зажига перестреливать на балконе, если там по последнему, ну и должен быть это легкий раунд для команды Малавита, все-таки у того мало хп. Хотя то, что он ставит с клаша, как снимает шлема, это очень опасно. Но сейчас не снял никому шлем, видимо, закончился у него аим. Да и байдылайте сундучок для саботажа. Снова нет никаких быстрых раундов, в принципе, каждый раунд у меня тоже играет, скажем, дефолт. Контролирует всю карту, контролирует все поджимы, потом собирается и заходит куда-то на одну точку. Набрек уже в курах. Чекают все ящики, никого нет. Вот время зажиг погибает у нас на дереве. Стинг нагло вышел на пропет и расстрелял Павика, команда Малавита. Еще пытался перестрелять Севенплей, который проходил по мосту в сторону Б, но все-таки получил от него пачку патронов в туловище. Севенплей еще забирает танк, который слишком агрессивно сыграл. Под бой в одного пошел, зачем это непонятно. Ну и сейчас 4 в 2. Абрек только просел по хп сильно. Остальные, в принципе, еще живут. Сейчас Калыч полезет в окно. Я думаю, нет, все-таки Калыч забирает, и вероломный дает на минус. И 2-2 ситуация уже. Калыч еще одного дал, 7-плей последний. Ну что, ему надо просто жить. Непонятно, зачем пошел, бомба стояла под него, идеально, смотри, ты с выхода с кур. Ему надо еще было успеть разминировать, тот должен за ним идти, но нет, Севенплей решил постреляться, получил не в лицо, но получил и слил последний раунд этой половины, счет у нас 5-4, половина остается за Малавитой, но 6-3 было бы намного комфортнее. Так, снова какие-то ТС-ки у нас называются. Начинаются в ТС-ке уже разборы. Я уже написать не могу, прилетают неплохо. То в окно, то с балка.
Ну, я не буду говорить, что это автошот, но, скажем, странные выстрелы существуют, да, его там где не разворачивают на много градусов, но, скажем, не каждый попадет в окно снайпера там с первого патрона на радиостанции в окно, да, это как бы единичный случай, может быть, но... Что это за турнир? Турнир от проекта КФПС. Пользовательские турниры ежедневные. Соответственно, команды, которые принимают в них участие, набрали, скажем, больше всех очков. 10 команд по итогам были приглашены на эту лигу. Были разбиты они на две группы по 5 команд. Из каждой группы вышли две команды. Ну и, соответственно... Сейчас идет финальная часть этого турнира. Видите, уже погнали. Да, давайте погнали. Так, пока они думают, что у кого просить. Делаем вот так, чтобы из спектров было хуже видно через дым. Так, ребят, давайте начинать быстрее. Я же понимаю, что они меня не слышат, но может быть какие-то там импульсы, волны. Попробую их отправить и на высокой, и на низкой частоте, чтобы они до них дошли и быстрее начали они уже эту вторую половину, а за ней сразу же вторую карту. Так, в середине игры они тут разбирают, кто будет играть с радаром, кто без радара. Ну, Зажук, конечно же, говорит yes. Это не проблема играть без радара. Не говори, Эйфория 707, машнеры только умеют машнить. Один турнир выиграли, замашнили. Тут тоже машнят. Ну что за команда? Картошка машнит, правильно. Все с редлайна, все неадекваты. А, я, кстати, тоже с редлайна, я тоже неадекватный, так что сори. А им-то продлевать будем? Как коробочку саботажа. Кто в теме, как поймет. Так, машин длины сразу же у нас команда маловита. Трейдер дает голову гауч. Раоми сразу же ему ответ. Последний остается в подкове. А Брек у нас получает в лицо. Стинг еще 7-плея забирает. И пока все плохо у команды маловита в этом раунде. Зажик без радара наш сидит в окне. Тут слышали, что авиа стреляет. Граната под зажика подлетает. Под задницу прям кому-то на точке А. Он еще и под балконом находит. Видимо, слышал, как чувак с балкона прыгал. И бомба пока не ставится. Тут... Точка А сейчас летит на воздух. Все, вот остановка бомбы и... Стинг полез в окно. Да, у Зажика не загорелся этот ник в дыму. Он играет без радара, и Бролом забирает быстро. Вот он, минус игры без радара. Не увидел ника, как противник залазил на балкон. Дымовая! Да, Инкант, кстати, тоже машнеры. Давайте посмотрим, просто у нас 5 человек играет под Б сейчас. На выстрел встали в это время команда Маловита. Не слышат никого на длине. Ну что это, нужно уже выйти и чекнуть. А Калочным временем забирает под Б у нас Крейтес, который решил под Б посмотреть, что у нас происходит. Крейтес, конечно, сейчас по килл-камере видит, что пятерка была под Б. У нас перетяжка идет как раз-таки с точки А. И сейчас будет встреча на минут. Даже... Двоих забирает, быстро там приходит на помощь, танк дает в ответ быструю руку. 2 в 2 ситуация, и точка Б у нас, ну, скажем, да, обрек, полез зачем-то в окно, получил от Калыча. И последний 7-плей у нас находится на балконе. Так, первого голову ставит, и второго забирает, отлично играет 7-плей. И второй уже клатч в этой карте, который... Да, второй, по-моему, клатч. Я помню только два. Если помню два, значит только два было. Давайте посмотрим, что снова поджим от команды Маловита. Не занимает Олд Майт у нас длину. Играют они у нас сейчас от мида. Один смотрит поджим с точки Б.
Это движение происходит у нас по миду, бомба заходит у нас на балкон. Все, подкову заняла команда Малавита, и сейчас 4 человека проходят нас по балкону, и кто их будет принимать? А принимать их должен Зажик. Давайте смотреть за Зажиком, что он нас сможет сделать. Калыч в это время убивает своего плейка. Начинается выход балкона, Зажик не справляется, и уже вся толпа выходит на точку А, и снова два быстрая рука и обрек в этот раз остаются. Это в первом раунде. Быстрая рука получает много дамага в боксингов, из дигла добирает, остается последний обрек. Мы заложили бомбу в точку А. Что, может или не может? Вряд ли, но шансы один на тысячу, один к тысяче. Звероломным, ну давай посмотрим побольше звероломным. Дымовая. Ну вот это, кстати, сейчас непонятно, да? Ну сейчас будем снова придираться, что он тут прыгал как-то боком, смотрел непонятно в какую сторону. Дымовая, давайте посмотрим за ним, правда, побольше. Даже в случае каких-то пилов не буду так. Ну, откинули гранаты по точку Б и вот идут. Световая. Слышу эту всю перетяжку, и Севенплей тут встречает. Не знаю, парень все убил. Крейтус он пролетает. Миссия провалена. Ну, Зажик с ним разбирается. Говорит, парень, остановись, хватит убивать. Я тоже без радара, мы с тобой в равных условиях, но если мы... Дымовая. Световая. Осколочная. Давайте прям, знаете, скажем так, несколько раундов от вероломного. Чисто за ним смотрим. Даже помолчу. Так, у нас проблемы с подсадкой. Поджал быстро рука спину и получил в лицо. Световая. Миссия выполнена. Победил световая. Световая. Мы заложили бомбу в точку. Так, ну все, хватит внимания этому человеку много уделять. Ну давайте посмотрим все-таки с другими дымовая. Игроками. Дымовая, так, дымовая. У нас поджим меда. С меда на поддон нас побежали. Вся команда выжимает нас, идет на балкон. В принципе, получается. Если получается, почему бы не продолжать это делать, и то Зажик у нас будет торчать. Это не Зажик. Обрек встречал, получал сразу лицо от танка, и толпа у нас бежит. На точку так говорит, уже потеряли, сейчас на ВК-3 погибли. Зажик успел унести ноги в окно, быстро рука заходит по балкону спину, получает того самого вероломного. Ну, просто как-то играющая команда All of Mine справляется сейчас с Маловитой. И, в принципе, ничего особо не показывает. Заходит толпой на балкон. Но и балкон — это такая хилесовая пята. Сейчас команда Маловита, надо срочно что-то менять, если они собираются все-таки продолжать бороться на этой карте. Точку Б полностью отпустили сейчас. Точку Б отпустили, а команда... Майт нас заняла подкову. Дымовая. Калыч работает там с Савика, никого не находит. И, наверное, сейчас будут потихонечку пытаться проходить. Я надеюсь, у вас на экране моя мышка не светится. С вами все так же исправили ошибку с переключением мышки. Это очень печально. Там ставят голову быстро где-то лестница. Севенплей с Зажиком отвечают, принимают все-таки они... длину. Сэмплей еще одного забирает. Обрек включается. Ну и последний Авик промахивается. Нет, все-таки Зажик он падает. Но если Павик стрелял как калаш, возможно, перестрелял бы всех, но здесь шансов у него уже не оставалось. 4 в 3. Раунд до ничьей. Одной и второй команде. Кто сейчас эту карту? Кто забирает этот раунд, обеспечивает себе ничью. Световая.
Штурмовая. Ну вот Атравос, что сказать, сейчас растянулась команда. Крейтос вышел, зачем постреляться с мидом, никаких дымов там не было, калыч его как-то закрывает. Там еще инмейли был далеко, и Зажик промахнулся. Ты, знаете, от лица Крейтоса слышно было, как Зажик стрелял, но не смог разменять. Хотя нет, вру. Видимо, пора сменить очки. Зажик влетает калыч, еще попадает инмейли в ногу. Положили дым на мид, так как бомба Зажик контролил со своего авика. Вероломный просто проперся. Да, возможно, проперся. Давайте просто посмотрим по счету. Вероломный 9-3. Так, лидер своей команды. Вот Зажик больше всех пока у себя настрелял. Ну, ребята, которые играют без радара и больше всех настреливают. Ну, так и должно быть. В это время команда Малавит уже убивает еще двоих своих оппонентов. В это время Лунтмаз заходит на точку Б. Бомба ставится, и Зажик контролит. Говорит, что не проходил ставящий бомбу в куре. Значит, один право, скорее всего, один право, один лево. Вайдл спину, флешка пролетает в плен. Да, зачекали одного подкормить, но второй под окном. Ну и, скажем, зажали в тиски со всех сторон. Полезли игроки команды Малавита. Один в окно, двое с кура, один с ворот. Они обезвредили бомбу. И численным преимуществом задавили своих противников. И счет 4-4 во второй половине. И общий счет получается 9-8 в пользу команды Малавита. Что сейчас будет делать команда? Он майт сейчас идет под точку Б. Быстро рука будет нас принимать точку Б. Или это будет фейк, интересно. Световая. Крейтос. Крейтос приходит на помощь быстрой руке. Сейчас, наверное, полетят флешки, будет заход. Давайте смотреть, как эти ребята вдвоем будут принимать куры. Вверх-вниз. Скажем, старая добрая расстановка. И посмотрим, сыграет ли она. Да, прилетела флеш, так сворачивается. Калыч танком забирает размена, получается, заходит с куры. Все неплохо, команда Wound Mind. Гролом закрывала мид у нас. Ну, Seven Play забирает Гролом, как раз закрывающий мид, Зажик забирает танк. Калыч сразу же делает размен. Калыч еще одного. Снайпер взял калаш, включился. Трех последний. Ну и наглый стик выходит через ворот на него. 5-4 в пользу команды Wound Mind. И мы посмотрим допы на первой карте. Блэклист, Осколо Световая. Вероломова, случайно, не Вова зовут? Да, это Владимир Владимирович Путин. Так, команда Малавита говорила, что посмотрим, как, насколько быстро мы доиграем эту карту. Если все нормально пройдет, может быть, и финал сегодня сыграем. Но, чувствуя, игра у нас немножко затянется сегодня, ребят. И финал, наверное, будем смотреть завтра со свежими головами, потому что я сегодня пришел с работы, блин, не помню сколько, но уже очень много дней не было нормального выходного. Хотелось бы отоспаться. Ну, игру мы сегодня обязательно смотрим. Давайте начнем. 6 против пятерых. Напомню, первая карта, радиостанция, основные, такая первая половина закончилась 5-4 в пользу команды Малавита, вторую половину Малавита проиграла 4-5. И сейчас смотрим допы. Пора развлечься. Честно говоря, даже не знаю, сколько тут, 5 раундов, наверное, играется. Ну что, и вот сейчас что-то неожиданное, поджим длины. Часто использовали, скажем, ну, так, игроки команды Wound Mind, но на допы почему-то решили именно так сыграть. Флешка на длину, окончательно не прогоняет игроков с длины, за тройкой на лестнице. Ну, Малавита понимает, что не надо сейчас никуда торопиться, Дымовая. Надо развернуться, кто-нибудь где-нибудь наверняка высунется. Дымовая. Ну, в это время Зажика убивают. Люди. Ну вот о чем я говорил, 7-плей стоял же в подкове, ждал, танк высунулся, получил.
На свой план начинай дальше проходить. Тоже погибает в своем плей, в это время и на балконе Крейтос погиб. Но все-таки Абрек зашел на балкон, разменял и... Камера включилась. Перевернулся у нас Абрек. Мистер Рука выходил. Убил вероломного. Последний стинг на верхней респе. По нему есть инфа и бок его забирает. Первый раунд забирает команда Малавита. Духов Семен, вероломный. Дымовая. Ну, значит, все Семены его, вы самые сильные игроки. Набирают команду, которая... Главный критерий, что тебя зовут Семена Львова. Ну, а быстро, сейчас команда... Он манит, пытался сыграть, промахнулся снайпер. Стинг пошел хелповать, в итоге Стинг погибал, снайпер успел унести свои ноги. Ну и сейчас он перестреливает Зажика. Играет нас, соответственно, один по пропету, двое проходят по балкону, и сейчас балкон полностью пустой, и должны малавитовцы зайти по ним. Спонтанно встречают, знают, что один за вагоном, второй за тройкой, тройку прошивают. Дал еще раз, Абрега убивает, Крейтос минус 2 дает. Разменял. Абрега, ситуация 3-2. Вероломный, ну не успел посмотреть, как он убивает быструю руку. Имейли из окна забирает Крейтос. Если мейнплей у нас на подъеме, есть по нему инфа, и тогда выходит Имейли. Теряет много хп, но свой инфлей забирает на вой. Видел наверняка, что прошел тут за балкон и что будет выходить на него. Там выходит, просто кропотушечку тупо оставляет, и последним патроном, последним, говорю, патроном, первым же патроном из дигла он забирает своего оппонента. 2-0, Малавита ведет на допах. Дымовая. Зажик снова погибает от галки. Последний раунд, очень много именно минусов на Зажике. Ну, никто не пошел поджимать вдвоем, на самом майнд играют на точке Б сейчас. Один играет так по миду, периодически делает выпад на мид. Калыч сейчас пойдет. Световая. Успел отвернуться, самоплей правда разменял. Световая. И танк один за тройкой сейчас. Может быть, один танк обронет в точку А. Вот уже вся команда Wundmind сместилась на точку А, и надо сейчас, конечно, да, грамотно сейчас начинает притяжка под точку Б, но бомб там убегает, как бомба погиб нас на балконе, наверняка это уже зачекали, и казалось, надо было уходить. Не смогли уйти, и миссия провалена. В итоге проиграли этот раунд. Пора развлечься. Так, снова поджим длины, и сейчас у нас будет заруба на длине, флешка полетает, да, и эта флешка, конечно, спугнула игроков команды Wundmind, не успели убежать, сейчас займут свои позиции, сейчас очень много игроков на точке А, но Абрек сделает уже минус 2, Крейтос еще гранаты кого-то забирает. Тин, конечно, мог одного разменять. Мейли пойдет нас из-под балкона из смоков. Так, сэмплей его зачекал. И последний Каалыч с Авиком на длине. Ну, его там ждут и одного он забрал. Не хочет камера переключаться. Ну, вот сэмплей выпрыгивает и ставит голову из дигла 3-1. И последний раунд, я так понимаю, топов. Первая половина топов. Световая! Дымовая! Посмотрим за Калычем. Часто он убивает в начале раунда Зажика. Заходит нас на точку Б. Угадали у Майнд, что тут будет много. Дымовая. Заняли куры вверх вниз, стали, и у них намного лучше получилось, чем у Крейтос и... Крейтос с кем? С быстрой рукой они играли дальше вверх вниз куры. Но сейчас ситуация уже 3 в 3, смогли, команда Малавита смогла сделать размены. Должен слышать Абрек сейчас, что пошли их обходить в спину. Мы заложили бомбу ставится. В точку
Сейчас кого сюда в спину, и сейчас Крейтес должен давать инфу, что остальные должны идти сейчас в спину. Да, быстро рука в кубок справляется у нас с танком с Инмейли. 4-1 в пользу команды Малавита. Это заявка для победы на первую карту. Кто-то сидит у него дома. Ну как он нервничает, расскажи нам честно. Потеет парень? Ты ему там периодически с сухим платочком протираешь лоб, может быть, ладошки? Так, команды уже поменялись сторонами, и мы начинаем вторую половину. Мы начинаем КВН. Решил один раунд посмотреть, как Каплыч будет стрелять, и в этом раунде он почему-то никого не убил. Видимо, какая-то плохая у меня аура. Затем смотрю, тот не убивает. Двинули! Дымовая! Ну, сразу поджим от команды Малавита. А команда Майта идет у нас под точку Б. Подкову заняли. Ну и, в принципе, сейчас... Вернуться, да, два человека будет стоять на миду, один будет из-за тройки смотреть балкон. Световая, осколочная. Полетели у нас гранаты под Б. Осколочная, световая. Световая. Летают в пули. Крейтос, сильно слепой. Зажиг один патрон включает голову. И все так неплохо было. Уносите ноги дальше, отдавайте плен, потом попробуйте выбить. Но нет, остались до последнего. Ну, в итоге потеряли троих. Просто на плей. Исправляет немного ситуацию в этом раунде. Еще и быстро рука помогает. И еще одного забирает. И ситуация 2-5 была у нас. Вероломный, последний. Ну, переключитесь, пожалуйста, на него камеры. Камера в кроссфайре. Если по последнему попадает в него 7-плей. Ну что, возьмет клатч? Нет. Вероломный семей. Показалось, рука с севенплея, по один патрон попадает, скажем, один, наверное, из трех, которые были выпущены, попадает в руку. И севенплей отдает этот раунд. Осколочная. Так, а сейчас нас поджим с точки Б. В это время команда Owned Mind идет у нас под точку А. Ну вот... Не встречаются, знаете, скажем, два быка идут друг на два барана, встретили, да, когда было стихотворение, а здесь у нас они идут, и почему-то разные дороги выбирают. Но сейчас их зажали, их со всех сторон, два человека в спине, ну... А тут очень интересно, кстати. Решил у нас команда... Он Майт выйти. На самом деле, я бы этот раунд не отдавал, потому что раунд, скажем, был уже полностью проигран по позициям, еще плюс убили человека, и... Даже не знаю, что тут сказать. Не понимаю, на самом деле, почему. Вероломный продолжает передавать приветы Кириллу Хэноухэ. Ну, а теперь он уже не Хэноухэ у нас. Давайте посмотрим, как, может, у него друзья... Да, был у меня в друзьях. Короче, он Х4 рука. Ха-ха рука. Я бы это так прочитал. Двинули.
Вероломно приглашаю, друзья. Ну, что ж, сегодня примем всех. Тебя как зовут и сколько лет тебе? Это кому ты пишешь? Можно прям под стрим ворваться к ним в ТС-ку. Так, пока небольшая пауза, давайте включим старую заезженную мелодию.
Так, ну все, вроде бы исправили свои проблемы. И одни, и вторые. В команде маловито прям по ходу игры происходит замена. Зажика. Вместо Зажика на поле выходит Мелтин. Ну, казалось, там второй раунд мы смотрели. Вторую половину, второй раунд. Команда Малавита с двух сторон зажала игроков команды Wound Mind в подкове. Все вышли. Там кого-то даже из них успели убить. Но команда Малавита не стала спорить по этому поводу. Говорят, да, ребят, продолжаем. Счет 4-2. Типа, мы этот раунд не будем считать. Знаете, мелочь, все равно приятно. Если, наверное, нормально относится команда друг к другу, и тогда, скажем, мы увидим больше фейерплея, а не будет такой машины. Дымовая. Так, увидели у нас игроки команды Wound Mind, видимо, поджим на воду. Осколочная. Ну да, и под вырос никто не идет. Крейтос пытался пропрыгнуть на воду, что он сейчас делает? Осколочная! Да и в Т-шке. Игрок СБ тоже у нас успел уже поджать. И Крайтес думает, что за ним пойдет выбивать, зовет к себе еще одного игрока с мида. Тут близко к воротам у нас один игрок расположился, дым кладут на Т-шку и сейчас будут проходить по балкону. И, ну, почему-то не Крайтес убивает Калыча, хотя он ему в бок столько настрелял. Дымовая. Брейк с нижней респы дает Калычу в голову. Сейчас по картинке видно, что... Четыре игрока у нас смещаются по длину А и будут выходить наверняка туда. Б, в принципе, поражат, а при шансов принимают три ствола. Даже шансов три ствола принимают, а не длину. Дымовая! Дымовая! Видовая! Даже длину у нас команды маловито, и в это время по балкону проходят, и успеют ли игроки? Проходил за ящик, Калыч с Барбогина с диглом, в итоге Калыч ни разу не попал. Наказали его за эту ошибку, у нас балкон происходит. С ним забирает быстро руку, свенплей сразу же одного разменивает, ну и сразу же пошел с свенплеем, убивает его, Стинг добивает Крейтоса, который у нас прибежал за минуту на Мелтин. Раз вышедший на замену Мелтин убивает с балкона танк и обрек. Миссия провалена. Победил Global Reef. Убивает двоих на точке А, и эта карта у нас ходит команде Малавита. Световая. Дымовая. Дымовая. Победил Global Reef. Дымовая. Световая. Ну что, вторая карта сейчас у нас будет. Вторая карта. Сейчас я посмотрю свой листочек. Я уже забыл, честно говоря, какую карту будут играть. Радио. Радио склады Мехико. Вот. У меня тут шпаргалки написаны. Жалко, нет препода по КФ, который сейчас бы спалил эту шпаргалку и поставил двойку. Команда вот Майн достойно отыгрывает. Да, если там действительно чисто ребята отыгрывают и моментами показывают интересную игру. Конечно, нет такого разнообразия, может быть, которого хотелось бы видеть. То есть за атаку мы увидели, что... Ну, за атаку мы увидели, в принципе, два раунда. Нет, вру, три раунда. В принципе, три дефолта, наверное, своих они играют. Это либо выход по балкону толпой, по длине проходят толпой, ну, либо они под Б. Хотя нет, смотрите, под Б есть тоже разные варианты. Либо кидают флешку в куры. И заходят, да, либо у нас, соответственно, они кидают кучу гранат в куры и уходят через Т-шку. Так, ну все. Разобрали полностью команду Wound Mind за пару минут. Ребятам придется теперь придумывать новые тактики. Так, карта, склад, и здесь, получается, молодец, у нас остается без авика. Быстро рука у нас взял авик и погибает от Калыча на дереве. Осколочная. Может быть и плохо потеря. Зажик скажется-то. Все-таки мы склад.
Саундплей выходит на авик. Постил пришел на помощь снайперу. Вдвоем они все-таки справились с саундплеем. И ситуация сейчас 3 в 4. Палыч также продолжает играть по дереву. Он может уже по игроку, который находится в яме. Продолжает. Палыч стоит очень мало хп. Мелтин убивает одного крыса, простреливает Калыча. Инмейли выходит, видимо, через зиг. Есть инфа по последнему. Можно уже предполагать, что он ушел. Хорошая хаешка прилетает от Обрега. Дымовая! Нет, если он сейчас, в принципе, на улице натопал, могли его уже услышать, но... Нет, двоем занимает у нас девятку игроки команды Малавита. А Энмейли у нас бежит. Ухо-ху, зуб на гнома, чисто играют. Энмейли у нас полезет в вентиляцию. Надо надеяться на то, что, наверное, может быть, все-таки игроки команды Малавита сидят в окне, и он сейчас так вылезет неожиданно из винты, убьет одного и сразу переведется на другого. Ну, это сон. Чекает он точку А у нас. Никого там не увидел. Вы тихо. Ставит и прожимает окна. В принципе, Мелтин и Обрег довольно-таки мало хп. Мелтин буквально... Мелтин один патрон, Обрегу, может быть, и двух будет достаточно. Слышал топот, понимаешь, ждали, что будет прожимать. Грамотно сыграли, прочитали инмейли и забрали первый раунд второй карты. Игроки команды Малавита. Они обезвредили бомбу. Выполнена. Победил Лайк Лиз. Это Обрег ГГ. Ну и снова слеты у нас какие-то начинаются. Так, ну что, по ходу игры у нас происходит еще одна замена в команде Малавита уже. У нас Рейновер подключается. Вместо Крейтоса подключается Рейновер. Спрашивают игроки команды Малавита, нужен ли БД от Крейтоса. Но снова, скажем, фейерплей. Видимо, человеку пришлось там срочно отойти. Говорят, нет, ничего не нужно.
Главное, что потом не было в конце. О, давайте нам БД Крейтоса, который где-нибудь находится в километрах 20 от дома, к примеру. Но я думаю, такого не будет, раз сказали, знаете, мужик сказал, мужик сделал. Так, 1-0 у нас в пользу команды Малавита на второй карте. И продолжает Малавита играть у нас за защиту. Световая, световая. У нас после машинки прилетает флешка, Мелтин запрыгивает и дает выбор танк, правда сразу же в ответ Мелтин убивает, но Брек разменивает его. Бомба в машинке. Талыч на дереве. Талыч на дереве работает со Стингом. Быструю руку перестреливает Калыч, и номер сразу же забирает Стинга. Калыч забирает три номера, ну и последний. Давиком, что он сможет сделать тут? Есть инфа по бомбе, но, смотрите, бомбу никто не контролит, и вот это может быть сейчас сюрпризом, и что второй игрок тоже оттуда придет. Вот, я думаю, Калла все-таки думает, что он дрет бомбу, ну, видел сейчас он через решетку или нет? Видимо, не видел его на Брега, а Брег слышал, победил, что Калла еще натопал и встретил его на этой лестнице. И второй раунд команда Малавита для себя берет. Поехали! Но снова под же машинки. Да, снова под же машинки. Брек убегает, голову разменивает, Мелтин уже второго забирает. Третью голову ставит Мелтин. Второго подбегал в тело. Ну и что? Он где-то еще есть. Ну. Не нашел он калаша Абреговского. Продолжил стреляться с дигла, в нем закончились уже патроны и справился. Сэмплей у нас в этом раунде Авик берет. Ну, прозевал он все тайминги, два человека у нас прошли. Понимаю, что на девятке кто-то есть. Находит он как раз игрока на девятке, второго не увидел. Видит второго и забирает второго с Авика. Проснулся талант снайпера в сэмплее. Ну что? У нас пода пойдут. Да, снова поджим машинки, а в это время у нас команда атаки идет на точку А. Один, наверное, будет играть. Да, Калыч играет по дереву, забирает тут быструю руку. И точку А. Давайте посмотрим, кто будет играть. Рыной принимает точку А. Первый гол не ставит, но вот этот синий прилетает, сразу же точка А выбита. Хотя тут быстрый ретейк. Ну, Seven Play тоже сразу же погибает. Остается Мелтин и Абрек. Ну. Абрек на складу, это страшная штука. Абрек забирает чувака, который стоял за правой перегородкой. Должно понимать, что двое, скорее всего, в пункту. И быстро пойдут по флешке. Флешка сделала, и ловит пошли на правой стороне. Распитание граната. Абрек. Нет, Абрек король склада. Брек и Мелтин, страшная связка на складу. Дымовая. Хоть играют они в разных командах, но клан один и их. Пора развлечься. Я думаю, что сейчас уже у нас небольшая. Там и там Мелтин снова поднимает свои машинки. Трейдеса нет, никто, скажем, эту аркаду не останавливает. Еще и Реновер не пришел. Если Крейтес там, может быть, где-то своим говорил. Насколько я знаю, Крейтес координирует в своей команде. Сейчас координатор пропал, и, соответственно, ребята сказали, а, все, Russia Ma, Russia B, там, Russia машинку. Скажем, намного раскрепощеннее заиграли. Может быть, красоты бы не хватало на радиостанции, как все намного быстрее бы закончилось. Но все это слагательное наклонение. Сейчас мы видим то, что мы видим. И ситуация 3 в 3 у нас. Вот время. Не добивайте много Калыча, 27 хп остается, но Севенплей ловит Стинга и должен дать инфу пока что мало хп у Калыча. Которому уже в спину заходят. Реновер забирает Калыча и последний. Можно предполагать, что он либо в окнах, либо идет в спину на точку А. Так, услышал вероломный, что перезарядил Севенплей? Да, услышал, ну... Севенплей излегла его, перестреливает, и счет у нас уже, получается, 5. Ну что,
Ну, эта карта смотрится намного быстрее, но снизу переболы не крашены, нигде никто не стоит. Флешки откинули, правда, во мне тоже получили от этих трейд. Тут полностью дело, я ничего не вижу. Быстро рука тут. Стрим еще одна, ну, просто уже делаю, что хотят, команда маловита. Ну, Калыч двоих забрал, но, если там бесполезные фраги, все равно его перестреляли. То есть сейчас пятером, да, вот классно флешка своих же прилетает в лицо. Нет, в этом раунде не пошли. На улице пошли жать. Просто рука получается. Там просто паника, не понимает, куда стрелять. Но... Дайте танку танк, он переедет маловито. Не прощекать такой ящик, но Абрек только это с двумя справляется, должен хотеть третьего забирать. Ну ладно, двое тоже неплохо, Рейновер тем более. Танк продолжается, он все же не вперед. Своем плее убил, видел самого ноутшотку. Ну так сумели. Дали, стреляли, всех убили, счет у нас получается 6-1. Настало время прибывая. Световая. Этот раунд играет пода у нас команда Old Mind. Заняли машинку, и вот сейчас вот уже бегут в спину на дерево. Вероломный с одним справляется, видел, что где-то есть второй, в это время уже нас с точки А толпа прижимает. Рейновер с Абрегом идеально встречают эту точку. Миссия выполнена. Победил. Вероломный говорит, я тоже стрелять умею, ребята, остановитесь, хватит. 6-2 у нас общий счет. Да и машинка перестрелка снова будет. Абрек ставит две головы, мы снова пытался ту самую фишку подняться по этим ступенькам. Молодцы, с Абреком погибают, ситуация у нас снова уже 3 в 3, равная. Калыч ставит спину, с Эвенплеем ставит голову, одна башка торчала, он ее и получает. И понимаешь, что это наверняка выход с восьмерки будет, потому что нигде больше игроков не видно, но мейли. Сразу не пропускаю эти два минуса три номера, но две головы он сносит, 6-2, получается 7-2 уже общий счет. После первого раунда у нас игроки команды молодые выходили. 7-2, вот побольше бы таких игр, которые смотрятся просто на одном дыхании, буквально проходит там 10 минут и карта заканчивается. Все эти выходы. Сбивание темпа. Это скучно, это нудно, это смотреть очень тяжело. Так, ну и сразу мы начинаем вторую половину. Полетели. Вертолетик с нами прилетел. Поехали! Ну и рискну предположить, что это будет точка А в начале. Сейчас хотя бы человека 3, ну да, как раз таки. Граната на дерево. Посмотрим, кто у нас будет принимать точку А. Ну так. Быстро как Алыч пристреливает на дерево. И сейчас два человека у нас спускаются уже. Как раз таки Мелтин и Рейновер, которые присоединились, скажем, в это так. Не с самого начала, заходит на точку А, Рейновер одного забирает танк в АПМ. Ну и танк второго забирает на точке А, еще и Мейли на дереве перестреливает своего оппонента, и остается в своем плее Абрек. Абрек полез в винту, давайте смотреть, играет чувак на склад. Многие говорят, что склад Абрек это ГГ. Может научимся чему-нибудь у Коляна, у Костяна? Вы видели, что он зашел в яму, включил атаку в голову. Так убирать, я думаю, мы все умеем. Абрик, давай что-нибудь новенькое. 7-3.
тем временем у нас. Дымовая! Не знаю, пока, скажем, никакого экшена такого нет у нас на карте. В принципе, занимает машинка, занимает нас улицу. Все, уже у нас Renault, Lounge, 7 Place, десант. Заход со всех сторон на точку Б. 7 Place ждет, сейчас подъедет. Да, ну дождался его, но правда перестреляли его и знаю, где последний. Да, тут быстро рука на Савика добирает, может, еще и Милтон мог забрать спину, который, видимо, пришел с винты. И 1-1 у нас получается во второй половине, и два раунда остается команде Малавита до победы. До выхода в финал ТФС лиги. Малавита сейчас кто занимает машинку вдвоем, двое играют по дереву. Ну и сейчас снова разбегают. Предаются по карте. Вам все, уже заговариваюсь. Разбегаются. Расстреливание самого страшного, как многие говорят, игрока на карте склад. Световая. Решает подобрать трофейный калаш, а в это время на точка уже спускается человека, танк первого останавливает, идет дальше. А вот Мелтин и быстро рука уже успели убежать отсюда, но бомбу потеряли. Флешка и... Пойдут? Нет, не пойдут. Будет работать по дереву, второй будет ждать поджима. Дерево поджимает поджима, Мелтин успевает прийти на помощь. Разбирки быстро руке. Игроки с точки они не собираются поджимать. Сейчас вероломы в такой позиции, что его, в принципе, сокон могут и забрать, но если его заберут сокон, я думаю, сразу же Инмейли... Нет, Инмейли не даст забрать вероломного. Он периодически чекает эту позицию. Рука, в принципе, считает, что чекает, двоих забирает и... Просто этот, знаете, как экскаватором берет кусок земли. Также переворачивает ситуацию в этом раунде. Мелтин, пока быстро рука обменял свое оружие, добирает этот раунд. Ну что? Матчпоинт. Передайте привет тюленчику от свинки. Мы передаем привет тюленчику от свинки. Калыч с ям у нас быстро руку перестреливает и... Осколочная. Вот время 7-плей выходит у нас в восьмерку. Пошел дальше. Сильно настреливает игрока в яме, спрашивает стенки, под квадрат, главное не открывайся. Пару патронов, последний патрон хотел убить, но это уже дежурство от 7-плея где-то. Реновер приходит на помощь, забирает Калыча, который был у нас в квадрате. Вероломный тоже забирает, получается, у спина Реновера. Ну и один в один остались. У 7-плея очень мало хп, но тут голова нужна. Победил Global Rift. Он голову не ставит и еще оставляет какие-то там мизерные шансы команде Ultimate Mind. Поехали! Осколочная! Пожим дерево у нас в команде. На дереве-то никого нет, и сейчас должны были слышать, это игроки команды Малавита, что был поджим, и вот сейчас бы так же выйти. Инмейли отбирал просто не секунду, ну, восьмерка уже вышла и расстреляли как раз таки многих игроков. Да, 3-2, и у нас эта карта уходит в команде Малавита. Добейтесь с этой картой, уходит игра целиком. Поздравляю команду Малавита с выходом в финал. Завтра они там встретятся, честно говоря, не знаю, с Бэй, либо с Дистракшеном, кто-то из них. Не знаю, как закончилась та игра. Я думаю, что финал уже будет играть завтра, и думаю, команда Малавита будет уже играть уже, скажем, своим составом, вернется Крейтос, вернется Зажик, и завтра мы посмотрим с вами эту игру. Так, всем пока, до новых встреч!